В Люберцах подходит к концу комплексное благоустройство дворов. На сегодняшний день полностью готовы уже 54 придомовые территории из запланированных на этот год 69. В одном из таких дворов на улице Инициативная побывал глава Владимир Ружицкий. Ну, буквально надо лопатами закидать, чтобы ровненько было. Я сейчас посмотрю. Да, посмотрите, вот-вот, прям вот здесь. Вот он. Да-да-да. Вот Ашот. Генеральный. Пройдите поможет. Вот здесь, пожалуйста, и посмотрите вот туда. Все работы по комплексному благоустройству дворов в Люберцах делают сообща с жителями. Их замечания и предложения фиксируют на всех этапах. К примеру, здесь на Инициативной люберчанам не хватало парковки. А уже сегодня на еще недавно неблагоустроенной территории появилась целая площадка на 42 места. Сегодня благоустроено, хорошее место. Осталось только еще нанести разметку для парковки автомобилей. Я оцениваю, что люди постарались, сделали достаточно неплохо. Параллельно с этой работой ремонтировались подъезды и дороги во дворе. Устанавливался бордюрный камень. Еще на Инициативной в районе домов 70 и 72 в июне установили детский игровой комплекс. Жизнь здесь, безусловно, стараются улучшить, говорит директор управляющей компании. Здесь все-таки был в свое время забытый Богом уголок. Эти дома мы приняли буквально несколько лет назад решением комиссии чрезвычайной ситуации. Везде навели порядок и дальше наводим. В прошлый раз, когда был губернатор, жители мне и губернатор озвучили просьбу о ремонте лишних клеток. Одного из домов мы уже начали там работу. Из 69 дворов, которые запланировали благоустроить в этом году, на сегодняшний день полностью сделаны уже 54. Остальные закончат в 20-х числах сентября. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.